Здравствуйте. В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня глава Чувашии встретился с председателем правления Совета муниципальных образований Александром Куликовым и исполнительным директором Совета Станиславом Николаевым. Говорили о развитии местного самоуправления и инициативах граждан. Жителей, которые неравнодушны к тому, как живет, развивается их село, деревня, с каждым годом становится все больше. Местные инициативы аккумулируют старосты поселений. Именно они лучше всех знают ситуацию на местах. Старосты провели с участием глав поселений, администрации районов, Совета муниципального образования. Всех мы выслушали, какие проблемы, и наметили пути решения. Как, ну, конечно, большим подспорьем в этом является ваш указ о инициативном бюджете, где участие населения принимает в этих вопросах, определяется приоритетное направление. Через изменение федерального законодательства статус старостам должен быть определен практически соответствующее удостоверение на основании федерального закона. Ну, на основании федерального закона мы свой закон Чувашской республики скорректируем, поэтому надо к этому быть готовым. Исполнительный директор Совета муниципальных образований Станислав Николаев рассказал об опыте сотрудничества с советами муниципальных образований других регионов. Для регионов очень интересный опыт Чувашской республики. В каком плане? У нас сложилась своя модель организации местного самоуправления, Михаил Васильевич. Это все отмечают, вот недавно мы были в республике Татарстан. Они тоже очень заинтересовались, в том числе инициативное бюджетирование. Михаил Игнатьев отметил, что работу в данных направлениях надо продолжать. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня депутаты Госсовета Чувашии подвели итоги двухдневного визита в Республику Крым. Соглашение о межпарламентском сотрудничестве – итог работы по одному направлению. Чувашская делегация решала ряд задач и вопросов. К примеру, присвоить одной из воинских частей, дислоцирующейся на полуострове, имя Василия Ивановича Чапаева. Крымские коллеги идею поддержали. Инициативу направят в адрес Минобороны России. Еще одно направление – укрепление межкультурных связей. Работа ведется уже несколько лет. В Крыму существует чувашская автономии, регулярно проводятся национальные праздники. Нынешнее предложение – открыть на полуострове памятник павшим чувашским солдатам. Мы обязаны почитать их и, конечно же, этот момент создать. Национальный конгресс планирует в эту осень провести конкурс среди скульпторов, выбрать вместе крымчанами и севастопольцами этот проект, а уже потом этот проект воплотить в жизнь. В топ-200 лучших школ в России вошли сразу две школы из Чувашии. 44-ю строчку престижного рейтинга занял Чебоксарский лицей номер 3, а 167-ю – гимназия номер 5. Топ-200 составляется агентством РАЭКС. Его цель – определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов в России. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ. Готовность школ к новому учебному году проверили полицейские. Сюжет наших коллег из пресс-службы МВД. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции номер 5 Татьяна Владимировна Перскова. Мы сегодня проверяем готовность школ 1 сентября. Хотим проверить, работает ли у вас тревожная кнопка полиции, видеокамеры. Все школы и детские сады Чебоксар проверены на безопасность. Уже завтра там пройдут торжественные линейки, а накануне их посетили сотрудники полиции. Все образовательные учреждения города оснащены системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции. Обновлены планы эвакуации и схемы оповещения. На особом контроле антитеррористическая защищенность. Полицейские проверили наличие в образовательных учреждениях города наглядной информации, стендов и тематических памяток. Ежегодно нами, сотрудниками полиции, проверяются все образовательные учреждения на предмет готовности к новому учебному году. Все школы проверены. Во всех школах имеются камеры видеонаблюдения, заведены паспорта безопасности. Инспекторы по делам несовершеннолетних контролируют не только готовность школ, но и самих учащихся. В особенности детей из так называемой группы риска. Есть такие дети, которые не подготовлены к новому учебному году. Таких детей мы помещаем в социальные центры и, конечно же, проводим работу с родителями по готовности детей к новому учебному году. Инспекторы ПДН посетили семьи, которые по разным причинам состоят на учете в полиции. Стражи порядка проверяют,
Готовы ли дети к новому учебному году, наличие необходимых школьных предметов, одежды, а также продуктов питания. Особое внимание уделяется работе с самими родителями. Ведь в большинстве семей мамы или папы злоупотребляют алкоголем и порой забывают об исполнении своих родительских обязанностей. С началом учебного года встречи инспекторов ПДН с подучетниками будут продолжены. Безопасной должна быть не только школа, но и ее территория. Сотрудники госавтоинспекции уделяют особое внимание наличию предупреждающих знаков вблизи образовательных учреждений, а также состоянию дорожной разметки и наличию ограждений. Характерные недостатки, которые выявили инспекторы дорожного надзора, это отсутствие горизонтальной разметки 1.14.1, то есть пешеходного перехода, отсутствие искусственных неровностей, отсутствие дублирующих дорожных знаков. По выявленным недостаткам были составлены акты. Также дополнительно было принято решение возле 12 общеобразовательных школ города поставить светофоры на нерегулируемых пешеходных переходах. Начинающим школьникам предстоит осваивать не только правописание и математику, но и основные правила дорожного движения. Для этого в каждой школе должны быть предусмотрены тематические стенды. Мы рекомендуем родителям в первый год обучения обязательно провожать ребенка в школу и встречать из школы. И проходя по маршруту дом-школа-дом, нужно обязательно обсудить опасные места и показать ребенку, как и где ходить нельзя. В целом все проверки показали, что школы города готовы достойно встретить учащихся. А их безопасность и порядок в праздничный день обеспечат сотрудники полиции, которые будут дежурить на всех площадках, где пройдут торжественные линейки и массовые мероприятия. 230 участков дорог отремонтируют в республике в этом году. Почти все завершат в срок. Проблемы есть на 10 объектах. Успеют ли дорожники, выясняла наша съемочная группа. Это не кадры из триллеров «Сайлент-Хилл» и «Поворот не туда», а обычные будни жителей поселка Липовка и Брестинского района. Дорога на карте есть, а по факту – ямы, грязь и лужи. Вместо асфальта – грунт. Особенно трудно весеннее-осеннее время. Застревает машины, никак не вылезает. Вот обязательно дорога надо, нужна дорога. И она должна здесь появиться. Контракт с подрядчиком заключили, сроки обозначили ноябрь этого года. Но работы до сих пор не начаты. В ежедневном порядке уже начисляются пени, которые в целом, допустим, по этому объекту уже 11 тысяч. Если, допустим, в течение 2-3 недель они также не приступят к своей работе, то мы со своей стороны уже 1 декабря сентября месяца, возможно, невозможно, а в целом вынуждены будем расторгать контракт в одностороннем порядке. И заново разыграем по данной сельскому поселению конкурс, аукцион на уже получается на следующий год выполнение этого объекта. Подрядчик обещает, ремонт дороги сделают, причем до конца октября. У нас, к сожалению, есть другие контракты, и у нас шло отставание там из-за погодных условий, из-за вовремя нефинансирования. Сейчас всю переброску делаем, всей техники сюда, и начинаем. Все дороги завершим. Организации ремонтируют 8 объектов. Еще один – участок автодороги Аниш. Спецтехника стоит, но к ремонту не приступили. А закончить его должны были к 1 сентября. И мы, по всей видимости, дадим им 2 недели на том, чтобы они вышли и начали работу. Если в этот промежуток времени работы не будут начаты, безусловно, контракт будет расторгнут. Похожая ситуация и в Янтиковском районе. Подрядчик другой, проблема та же. Асфальт на одной из улиц в селе Чутеево должен был появиться еще в прошлом году. Но по факту уложили только водопропускные трубы. Нам не предоставили проектно-сметную документацию в полном объеме. Вовремя. Да, можно сказать, вовремя, да. Администрация поселения контракт расторгнула, подрядчик подал в суд и выиграл дело. Но к работам так и не приступил. Эту организацию могут включить в реестр недобросовестных поставщиков. То есть оно никогда в жизни больше не сможет участвовать в розыгрыше государственных контрактов. И, соответственно, на них будут возложены достаточно серьезные штрафные санкции. Министр транспорта республики подчеркнул, все дороги отремонтируют, сейчас ищут пути решения проблем. Один из вариантов – привлечение крупных дорожных компаний в качестве субподрядчиков. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Сергей Адушкин. Республика. Быть или не быть вышки сотового оператора в одной из деревень Маргаушского района? Такой вопрос сейчас рассматривают разные инстанции. Мнение «за» и «против» выслушала Ольга Пырочкина. Алло, да, мы на съемках в районе, я тогда перезвоню. Да.
Ну, вот мы находимся в Юнгинском сельском поселении Маргаушского района. И здесь, ну, надо сказать, что очень хорошо ловит сотовая связь. Правда, местные жители не очень этому рады. Вот она, причина хорошей связи и одновременно недовольство местных жителей. Вышка одного из операторов «Большой тройки». Ближе всего к вышке мы видим, что находится дом Петра Цветкова, где он живет с семьей. Расскажите, вы замеряли расстояние вот от вышки до дома? До дома расстояние мы не замеряли. Так. Ну, примерно, я скажу, где-то 150 метров, 120 метров. 120 метров. Это да. Близко, да? Да, близко. Так. Почему вы против, чтобы вышка здесь стоит? Ну, он, видишь, дает изучение. Они нас, это сам говорят, изучения это сами нету. Скажите, вы замечали когда-нибудь, да, с момента того, как вышка стоит, что у вас как-то ухудшилось самочувствие? Или... Ну, у меня иногда давление, голова болит. Вот. Ага. Вышка появилась здесь недавно, 24 декабря, кажется. Ага. Они приезжали и собирали народ в клубе, просили разрешения, но тогда все были против. По обращениям жителей за несколько дней до нас здесь были специалисты Центра гигиены и эпидемиологии республики и представители Роспотребнадзора. Сейчас результаты замеров уровня излучения готовы. Согласно результатам экспертизы, данный передающий радиотехнический объект соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к размещению и эксплуатации. Превышение допустимых уровней электромагнитных излучений не выявлено. Жители переживают, вдруг замеры сделали, когда станция еще не работала. К их спокойствию отмечу, весной этого года мы присутствовали при замерах уровня излучения от работающей станции сотовой связи на крыше одного из зданий в Чебоксарах. Результат аналогичный, радиация меньше, чем от микроволновой печи. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения несколько раз меняла свое мнение о вреде или безвредности излучения от базовых станций сотовой связи. Последнее решение Всемирной организации здравоохранения, все же это вред от базовых станций не доказан. Что ж, вред не доказан, но судьба данной вышки все равно под вопросом. Дело в том, что после обращения граждан за дело взялась прокуратура Маргаушского района и Росреестр. Выяснилось, что землю под строительство вышки сотовому оператору в аренду сдала компания, которая производит пластиковые окна. Участок в ее собственности, однако, категорию данной земли – сельхозназначение. То есть компания – арендодатель и сама нарушает закон. На землях сельхозназначения построено здание для производства пластиковых окон. Это грубейшее нарушение закона. На землях сельхозназначения могут находиться здания только для производства или хранения сельхозпродукции или сельхозтехники. Принять решение, что делать в данной ситуации, представители ведомств должны на заседании 12 сентября. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика. В Чувашии, так же, как и в целом, по стране отмечается снижение рождаемости. Тем ценнее становится жизнь каждого малыша. В президентском перинатальном центре уже многие годы работает школа материнства. О рецептах воспитания здорового ребенка с первых дней в следующем сюжете. Кабинеты, где проходят занятия, сплошное наглядное пособие. Современное оборудование для проведения интерактивных уроков. В качестве учителей высококвалифицированные специалисты. Младенческий организм особенный, поэтому будущим мамам важно знать все до нюансов. Педиатры, как и в старые добрые времена, настаивают на необходимости грудного вскармливания. Приводят многочисленные примеры из науки и жизни. Прогулки, купание, закаливание. Все по расписанию, по минутам. Выстроенный режим дня помогает вырастить здорового ребенка. Отдельная тема – детский травматизм. Ответственность на них очень большая. А доношенные дети подвергаются риску только потому, что родители не выполняют вот эти простые правила. В первую очередь нужно правильно кормить малыша, не спать с ним в одной кровати, укладывать его правильно после кормления в отдельную детскую кроватку, чтобы он мог спокойно спать и не подвергаться такому риску. Не ставить кроватки рядом с отопительными приборами, рядом с окнами. Всегда держите своего малыша в поле зрения. Лучше быть вместе с малышом, лучше посвятить первый год, очень важный год жизни своему малышу, охранять его, потому что именно в ваших руках состояние здоровья наших малышей. Простые вроде бы правила, но как часто молодые мамы их не соблюдают. Советы и помощь специалистов никогда не бывают лишними. Несмотря на то, что у меня уже второй малыш, поддержка педиатров очень важна для меня. И очень вот всегда помогают, советуют. Кстати, программа занятий школы материнства рассчитана всего на несколько недель, а приобретенный опыт остается на всю жизнь.
Лжечекист получил 4 года лишения свободы условно. 27-летний чебоксарец выдавал себя за сотрудника управления ФСБ по Чувашии. Сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что с мая 2015 по июнь 2016 года Александр Саватеев представлялся сотрудником службы, введя в заблуждение жительницу Мариэл, похитил у нее 2,5 миллиона рублей. Он обещал трудоустроить сына женщины, фактически не являясь сотрудником ФСБ и не имея на это полномочий. В июле сотрудники спецслужбы пресекли деятельность Саватеева. Ленинский районный суд признал его виновным в мошеннических действиях и назначил наказание 4 года условно. Мужчина также должен вернуть потерпевшей все деньги. Приговор в суда в законную силу не вступил. В Национальной библиотеке Чувашии прошла презентация фильма «Венец, принесенный в жертву». Он был создан грузинской кинокомпанией «Цискара» из Кутаиси. На презентации присутствовал продюсер, режиссер, автор «Цискара» Пачулия. «Венец, принесенный в жертву» – первый полнометражный фильм Цискара Пачулии. Он выступил в этом фильме и в качестве автора сценария, и режиссера, и продюсера. Цискара Пачулия – историк, доктор наук, профессор Кутаисского университета. Фильм посвящен старинной грузинской реликвии – короне, которая считается символом государственности. Как рассказывает создатель фильма, многое сделано на энтузиазме актеров и при помощи меценатов. В Чувашии кинематографисты из Кутаиси приехали по приглашению первой национальной киностудии «Чувашфильм». Две кинокомпании планируют подписать договор о партнерстве и сотрудничестве. После презентации Цискара Пачулия стал гостем программы «По существу». Интервью с грузинским режиссером смотрите на нашем канале в субботу, 2 сентября, в 18 часов 35 минут. Они покорили спортивный Олимп. Сегодня призеры и чемпионы мировых стартов встретились с главой республики. Гимнасты рассказали Михаилу Игнатьеву о цене победы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На троих 4 медали. Нынешний сезон для гимнастов республики выдался довольно успешным. Чувашские спортсмены отличились сразу на 2 континентах. Алексей Германов поднялся на высшую ступень пьедестала в польском городе Вроцлав. В этом году именно здесь проходили всемирные старты. Пройти отбор в сборную страны было непросто. Нужно было на чемпионате мира войти в шестерку сильнейших. То есть с 1 по 6 место нужно было занять одно из этих мест. И, соответственно, попадаешь на всемирные игры. Всемирные игры проводятся раз в 4 года. На этот раз у нас золотая медаль и 2-е командное место, серебряная медаль. Вот. Сейчас мы готовимся на чемпионат Европы, который будет в конце сентября в Италии. На тренировочные сборы уже на этой неделе отправится и Владислав Полешов. Спортсмену предстоит выступить на чемпионате мира в Канаде. Своеобразной разминкой перед престижными стартами стала Универсиада. В копилке Владислава бронза и серебро. Медаль высшей пробы в Тайбэе завоевала Евгения Шелгунова. Самое главное – это командное первенство. Мы выиграли, и мы, конечно, очень этим довольны и гордимся. В личном первенстве мы рассчитывали на медаль. Но остались в шаге от победы. В этом году за награды Универсиады боролись и олимпийские чемпионы. К такому спортсменка оказалась не готова. Обычно они такой турнир, ну, проходят мимо, так как это, ну, не знаю, для них не тот уровень. Они готовятся к более сильнейшим стартам. Но так как скоро будет проходить чемпионат мира, они приехали так проверить себя. Для медалистов мировых стартов в республике предусмотрены денежные выплаты из бюджета. Так в правительстве региона стимулируют спортивные победы. Тренеры говорят, что для подготовки чемпионов в республике создали необходимую базу. Глядя, какие вот у них условия, ям поролоновые, и что только нет. Россия чемпионы Олимпийских игр. Поэтому, конечно, приятно. Я не думала, что будут такие условия. Тем не менее, видите, я работаю в этой школе спортивной. Владик вырос в таких хороших условиях. Михаил Игнатьев отметил, что подготовка спортсменов высокого класса для правительства региона – приоритетная задача. Мы 13 видов спорта развиваем. По оценке Министерства спорта Российской Федерации, мы в числе лучших регионов находимся по развитию физической культуры и спорта, по массовости. Наша задача – планку поднимать с каждым годом все лучше и лучше. Но мы последние годы очень много объектов построили, миллиарды рублей вложили. У гимнастов график расписан по часам. Впереди спортивные сборы и новые старты. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика.
Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чувашии.